Валерий Константинович, когда было обсуждение по поводу поездки, вы хотели нас удивить урожаем и поразить рекордом. Но сейчас мы к рекорду подойдем. Как вообще нынче урожай? Урожай хороший. Урожай небольшой, а очень большой. Вот, значит, но можно мне представить свою команду или нельзя? Вот сейчас или потом? Тогда давайте так. Будет в данный момент. Значит, во-первых, какой он урожай, мне надо показать, ну, 10-20 деревьев и угостить вас. Это как бы мое угощение с своей стороны. Вот, то есть подходим к рекорду. От обыденности. Давайте сейчас постепенно, так, урожай слив и пошли. Давайте, идемте сюда. С той стороны все обдирают, кто ходит, а с этой стороны поменьше. Вот, сами своими руками, вот они. Сливы. Да, это чернослив. Даже чернослив. Да. Не просто сливы, а чернослив. Чем чернослив отличается от лычи? О, это я минут 20 буду говорить. Смотрите, друзья, какая красота. Ладно, а остальных участников позже. Позже угостим. Итак, чернослив. Слива Евразия 21. По мне. Можно сказать, что сегодня. Подожди. Теперь можешь говорить. Нужно сказать, что сегодня 30 июля. Часть урожая уже снята. Сливы подходят. Яблони, груши. Подходят, персики подходят, черешня я вас сейчас угощал, она почти закончена, и примерно половина абрикосов, вот они, вот эти, здесь уже процентов 90 снято. Здесь был такой урожай, что за абрикосами не было видно дерева, и таких у меня около сотни деревьев. Вот. Но если говорить по порядку, приехали за один раз, Евразия 21, угоститесь, пожалуйста. Жаль, из-за солнца плохо все видно. Вот когда вообще тучи, тогда так прекрасно видно плоды. Вот. Вот она, Евразия 21. Понимаешь? Ну да, надо. Давай, подсъем. Вот. Угу. А моя, я ее называю, королева сада, это сувенир Востока, она сейчас не скоро будет, угостить не смогу. Пойдемте дальше. Какая вкусная. Когда были мы в прошлый раз, было примерно то же самое по наличию деревьев, то есть как они были, в каком количестве, так, по-моему, остались. Новые появились вообще, нет? Появились, еще прикуплено было два участка. Угу. Вот. И были посажены. Но есть немного, до 10 свежих сортов, то есть со стороны. Вот. А еще есть мои клоны. Это значит, что вроде бы все. Абрикос мичуринский 30 грамм. Когда вы были у меня, уже был 50 грамм. Сейчас он дошел до 100 грамм. Вот. Особая технология. То есть постепенно идет работа. Работа идет, которую я назвал наслоение ментора. Это новое слово. Громко говорить науки, наука это пока молчит, но это действительно новое слово. И получается так, что каждое следующее поколение, несмотря на прививки на маньчжурские абрикосы, все лучше и лучше. Все лучше и лучше. И достигает. А, вот, видите? Ну, особый год. Такой год, что засуха до сих пор, Енисей пуст. Это даже приходится клясться Богом. Не поливалось ни разу. Плоды в два раза мельче, но... Это академик? Это академик. Каждый раз он становился больше и больше, дошел до 120 грамм, и вдруг в два раза меньше, но это не потому, что у него что-то с генетикой не в порядке. Вот. А вот они. Страдает страшно, все страдает здесь. Помню, как мы срывали плоды, ели, тоже дегустация была. В два раза крупнее этих. 100 с лишним грамм было. Да. Ну вот классический. Вот. А тот принцип, когда много плодов, но они мельче, и когда мало плодов, но они больше, абрикосу соответствует? Соответствует, но все равно есть такое понятие, как предельный вес. У академика, вспоминаем справочники все, 38, там, 40,
В общем, до 50 грамм. Так. А 100 граммовых, даже если бы всего один висел, ну, допустим, вполне приличный урожай, вот такой, средненький. Но 100 граммовые есть 100 граммовые, а их не должно быть. На слоение ментора еще раз говорю, я не могу сейчас это подробно рассказать, что-то такое. Но это важный момент, и если бы мне будет дано время, я бы все-таки посоветовал научным кругам отказаться от семенного размножения, сеянцевой селекции в пользу только прививок. То есть в стране, в мире тысячи замечательных сортов, больше сортов создавать не надо. Надо... Ну а как же не надо? А как же а мы сейчас к рекорду с болезнями, вредителями? Как же создание более устойчивых сортов? А очень просто. Давайте мы подходим к микрофону.